Каныч. Гера готова. Давай сверчим на ФК, Жорб, заходи. Мулинраш, Журб или Жарб, не знаю, как правильно. Сейчас, секунду, у меня все зависло. Скажешь, когда будешь готов. Остальные приготовьтесь. Готов. Полумесяц. Нет, полумесяц. Отчет даю. Ауру на броню Яката поставь, когда скажу. Войд. Когда скажу, нажмете МА. Нажимайте. Все, выходи, стой. Блять, не хуёво. Не-не, на тебя пошли. Вар пошел. Шок вар надо. Блять, не, это вообще хуйня полная. К вам пошел один вар, нахуй. Сейчас просто умрут хулипалы. Отвратительный был. Эта стенка на стенку просто сейчас будет, нахуй. Контрольте. Вара, корни ему там что-нибудь давайте. Отойдите, блять, все, пожалуйста. Бля, королева сейчас умрет. Не беги в рейд, только на тебе рога. Старайся тут хилиться. Собаку можешь вернуть. Исканим. Нам сова бежит, еще сало дал, пока закрыл каст. Ханта нужен контрол. Минус. Сейчас, блядь, он просто в гриппе ШС нажал, блядь. Не, все. Ну, вот вам попытка, нахуй. Я так понимаю, смысла уже в видосе нет, нахуй, да? Да. Там минус всякий. Бэр, раздавать бесполезно, падайте. Мы боролись как могли. Я не понял, в чем проблема. Либо хулипалы у вас вина, вы должны отходить, блять, максимально нахуй к стене, блять. И вообще ничего не кастовать. Там танки вначале прожимаются, нахуй. Ну, потому что такой хуйни не должно быть. Как вот это произошло сейчас. Да встали, резнулись, зашли, ёб твою мать. Что, вас масле сдавать, блять, не сразу. Вот. А почему мы Луну убили? Мы не должны были Луну убить, ну, мы должны говорил, были Луну убить, мага, мы должны были. К вам просто один шокол побежал, остальное сагрилось все на хулипал. Герва играет с Туром. Я говорил гриппать его, Геру давать фул, и фул заливать его. И контролить те таргеты, которые я назначал. Все. Геба, ты там скоро? Зайди, пожалуйста, Вов, нахуй, если ты, блядь, зашел раньше времени, пока не заявили. Или нажми вернуться к ангелу, зайди, в чем проблема, ну, блядь, ну, что тебе сейчас полчаса ждать, нахуй? Тело по телу резко.
Вверху, блядь, по центру экрана есть иконка. Вернуться к тебе, там, блядь, ангел такой, нахуй. Нажми, ты появишься около инста и зайди в инст, блядь. Если у тебя не получается, блядь, нажми Alt F4 и перезайди Вовку, нахуй. Все то же самое. Так же контролить. Только маг сейчас стоит в ебеня. Хуёво очень. Ну теперь будете с этого счета, будете стартовать, печеньки. Эба, алло, прием. Нет, просто все висит, я не знаю. Не подключается, я перезаходил уже в плен два раза опять. А, ой, беба, блядь, точнее, журб, нахуй. Я перепутал. Я уже нажимал два раза. Мне просто. Да у вас ники похожи. Не работает ничего. Ай, блядь. Все на месте бегает. Он зашел. Рибафните рогу, иди рыбу кушай. Я захожу, опять все виснет. Это из-за прокси, наверное. Я тоже через прокси сижу, вроде все нормально. Ники прогрузились, но... Может, похуй, пускай стоит. А бафать его. Сейчас подождем трех. Ну, вообще надо как-то ускоряться. Одну минуту. Старайся-ка этого быстрее немножко, потому что тебя одного ждем. Понял. Ну прыгает, это уже заебись, не сдохнет. О, уклоняется. Горчай на полома. Боже, без рыбы. Похуй. Ну что там у тебя? Висит все опять. Да он бегает, в принципе, и ему засчитает, если не вылетит. Все, окей, что, блин, когда скажу, да, ММА на броню, только не выходи с игры. Умрешь, только у меня той главной около щита. Окей. Жми ММА на броню, поехали. Выходи с мэпс. Не подходите, пока вы упражняемся. Блять, ну уже один милик какой-то пошел. ДКшник. ДКшника нужно контролить. Все, фонари хильте, я пошел тут на кого покидаю. Фанта контрол. Ребят, пиздит холипало. Блять, короче, опять какая-то хуйня. Я не знаю, что вы не так делаете, что такая хуйня происходит. Вот никогда такой хуйни не было. Вот отвечаю. Что с вами не так, я не понимаю.
Добивайте ром быстрее. Ханта контрол, хант идет к вам. Загуглина на тебя. ДКшника корни там, блять, кидайте по нему. И отбегайте от него. Он же входит, вас вырезает. Вы стоите АФК. Просто, блять, АФК нахуй. Вон ДК идет, просто вырезает на. Нажмите ебаную кнопку нахуй. Милики у меня убежали. Бейте печеньку. Ясно, блять. Ой, пизда, нахуй. Как вы, блядь, я хуй его знает. Ладно, короче, сейчас я, блядь, вас расставлю, нахуй. И, блядь, скажу, что вообще, как делать каждое действие, нахуй. Если вы вообще не дупляете, что происходит. Покажи его. Дали, шаман. Дайте, кикните каз быстрее. Контрольте. Ну, блядь. ДКшника верните, ебаный в рот, что-нибудь, ебаните по нему. Каст. Нажмите Геру, блядь. Чего вы Геру не нажали, когда играли по ромбу, блядь? Алису контрол, звезду быстрее. Следующего кого бьем? Элион, дай Бербаку этот, и Боб по нему Йоката сразу. Бейте полмесяц потом, полмесяц. Сову. Ханта контрол максимально. Там максимальный контрол. Продлевается циклон, я назначал 3 человека там. И хекс кастелла. Ханта, дангромастер, глыба нажми. Боб по нему дайте помогу, дангромастер. Блять, ну нажмите кнопки, сука, алё нахуй. Вот же есть капля паладины, нахуй, ну там, блядь. Да все в КД. Бог, нахуй. И пиздец, блядь. Ебать, быша закрутил. Алису контрол. Декурс дайте. Быстрее, добивайте сову. Алису контролем, продолжаем. Еще один циклон дашь. Дальше рогу будете бить. Алису контрол. Звездочку бить. ДКшник контрол. Корни ему, блядь, что-нибудь там ебаните. Корни циклон. А этот, Эдик. Корни циклон потерю. Вот тебе, блядь, полумесяц метку. Давайте пароль. Блять, заберите петов ёбаных. Алису контрол, печеньку. Печеньку контрол. Печеньку контрол, печеньку, блять. Ясно. Когда 3 человека контролит печеньку, нахуй, она, блять, вообще не вылазит с контрола, нахуй. Просто вообще никак, нахуй. Она не стреляет вообще от слова совсем. Если вы нажимаете на кнопки. Держу его в курсе. Батя, контроль Алису. Там Спейси умер. Это печенька, если что. Или он продолжает склон. Добивайте звезду. Нари, дай сокру. Гастелло прохил. Боб по Гастелло. Дайте Боб по Гастелло. Отходите немножко, добейте ебаную звезду. Алису контрол, дальше. Быстрее контрольте ханта. Диспетанчик, но фиряя дальних. Бейте шокола. Ханта контрол, дальше продолжайте печеньку. Печеньку контрол, печеньку контрол. Печеньку законтрольте. И ДКшника фиряйте. Там корни, не знаю, что-нибудь по нему. Печеньку контрол продлить, хекс там, не знаю, что-нибудь ебанить. Здесь парите. Ушла. Thank you.
Видите, Вар, аккуратно отходите от Вар, когда он бьет. Алису контрол, Алису контрол. Циклон что-нибудь. Угу, все, я вижу. Надо мастер разбегаем. По ДКшнику корни что-нибудь ебаните нахуй. Щенку контрол. Щенка не контролится, нахуй лепить. Сука! Да, сожжение манны. Как можно за три человека, нахуй, Хант убил четыре человека? Как можно тремя человеками не контролить ебаного один таргет? Объясните мне. У меня в первом рейде никогда такого хуйни не было. Она даже не пуляла, нахуй. Пока мы не начинали ее бить, нахуй. Что за хуйня, блять? Вы не можете, сука, запомнить цели и продлить контрол или что, нахуй? Уже, сука, бесит эта хуйня. Просто Хан три человека убил, нахуй. Добивайте быстрее Шокова. Дайте атмосфер какой-нибудь. Алисик, дизарм ебани, рок какой-нибудь. Дангемастер, дизарм ебани, пожалуйста. По Алисе быстрее. Все, фернули, я вижу. Добейте Шокова. Цирк ебаный, нахуй. Шапито, блядь. Диспель дешок выполнил. Да, лайсбаун пока. Диспел, диспел, диспел. Надо Лис выиграть теперь. По Лис играть. Аккуратно там. Через ходж по очереди. Печеньку. Батя, фиряешь паладина. Хотя бы его. Остальные играйте по Алисе. Элеон, Циклон и этот и корни по ДК. От ДК отходите. Полумесяц, если что, бегаю. Захиливайте меня, пожалуйста, я в миле танчу. Я не скидываю агро ШП. Элеон, дай и, пожалуйста, Иннер по Гастелло. Корни, Циклон по полумесяцу. Декурс дайте по ДК. Снимите с меня эту жабу. Блять. Ладно. По ДК, пожалуйста, корни, блять, циклон, чтоб все время он был нахуй. Батя, контроль ебаного, ебаных хилов. Он по очереди, паладина там без разницы фирейт. Там дайте по Алисе, либо дизайн. Вижу, окей. Фонарь, дай скру. Быстрее. Капли под Данил Мастер. Фонарь. По свепсу, свепса хил, свепса хил. Блядь. ДК контрол нужен. ДК нужен контрол. Давайте Лис как-нибудь на мейсбан. Диспел. Паладин, подиспелите просто, постойте, подиспелите рейд. Добивайте быстрее. Шан болеет. У нас, блядь, еще один хил у нас остался, один хил гастел, который без маны нахуй. Бейте приста. Бейте приста, ДК контрол. ДК контрол, корни, блядь, циклоном пока добейте приста. Батя, фиря и паладина. Шамана там, не знаю, сядь, позбивай костыль. Я сяду, позбивай костыль. Данный мастера прохил.
убивать уже некому. Ферните ДК. Ладно, короче, батя, феряй ДК в пизду. Феряй ДК, потому что он, блядь, сейчас поубивает нахуй. Намажьте нейтрализующий яд Роги. Вы так не пробьете. У нас два армса живы. Которые мортал могут давать. Зачем нейтрализующий? Точняк, сори. БР 30 секунд еще. КД. У Атома не БР КД. А у Савы КД. ДК контрол, данный мастер прохил. Виллион даш БР по Акуме, Акума даш БР по... Блять, не знаю нахуй. Мне дай виспринт. По престу дать надо по какому-нибудь? Да, по свепшу даш БР. Угу. Гастелло, прохиль себя. Я боб ебанул. По Гастелло, боб по Гастелло. Я уже ебанул. Все, окей. Дай мосферку. Да, я гимн даю сразу. Ну хорошо. Блять, это ебать от него. Блять, замедлить. Угу, бейте. Ну бейте ДК, похуй. Контрольте эту хуйню в сторону. Бейте ДК. Только отходите от него, смотрите, как он бьет. Сегодня он этом объем. Еще одна вера. Ху, блять. Ну это самые потные чемпы, что я на X4 вообще, даже когда осваивал. Я как-то с пугами в обычке полчаса их бил, блять. Ну, спойлили отвратительно. Все из-за этой хуйни почему началось. Я не обратил внимания, из-за чего там все произошло. Надо пересматривать, смотреть. Не, первая КД, когда тут была, наверное, не так было. Там, типа, может, спулили криво, но не до такой степени, что там набивало несколько пол рейда. Два вайпа, один вайп ничем. Ну это, кстати, можно тоже за вайп посчитать. А, сорян. Зачем?
Понятно. Гринка, блять. Так что, блядь, что, 3 бопа, блядь, или 4, 5 капель. Флешки, блядь. Да вы не жали нихуя там кнопки, блядь. Там, блядь, просто нахуй хант, блядь, 4 человека умерло. Во-первых, 3 человека, которые назначало контроль или, блядь, не делали это добросовестно, блядь, как должны были делать. По-моему, только хант, блядь, там маг дает вспышку на 15к, и потом срыву на 15к в ту же секунду почти. Макс там окончен в геере. Макс много кого убил. Ну так маг и поэтому вначале убивается нахуй, чтобы его быстро за геру убить на. Чтобы он не приносил такого дискомфорта. Он мгновенкой там фу ебало почти сносит. Там чё, блядь, этот тринкет упал на танка, да? Угу. Фонарь им же тебе нужен? За нить можешь сразу все за нить. А, я отказался уже. Соблюдаю правила. Сейчас. Окей, сейчас. Какой правильный мальчик. Вот 200 тысяч вспышкой на ебаш. И просто два топ-хила на Фугастелла и Шанка. Те, кто выжил, ты хотел сказать, да? У меня просто есть, она я не могу его взять. Пал, я не учу тебя играть на хиле, просто нужно давать не боб, а именно бабл. Именно в этом. Спасает рыбку, кто? Так, фонари, бери светлую, будешь танчить. Темную. Воид, ловишь сверки с левой стороны. И суете, там кошмот один, с правой стороны будешь сверки ловить. Да не надо спек менять, он кошмот на пель просто и все. Так мне один хуй этого танчить, пидора. Конь, блин. Все, манчи его. Шкаф поставьте, лук. Чекните на шкаф. Не, стоимся. Стоим, стараемся в одном прямом. Но я вам поставил минку. В ней стой. Слева ты говоришь вот здесь вот, да? Да, святые справа. Встали все в один фрейм. Сейчас будем понять. Рыбу поели. Жук, ты готов? А чё ты? Кристиана уже. Ну ладно, похуй, дохавай, потом доберешь. Только быстро. Поехали. На пол на фонаре максимально главное дать. Я гроб, в принципе, видел. Уже сразу залетела с пула сфера. Еще одна. Фонари, вот те сверки, которые сзади летят, вот белые, блядь, ты как вы тоже немножко там. Жопкой своей лови. Понял. С левой стороны тряпала мне, он справа мне главное. Потому что они иногда слева справа летят, я не успеваю. Черный не надо ловить. Ловишь противоположное. Светлую сущность взяли, темные сверки ловить. Далось бан. Прохил танк.
Темная сфера ловим. Фонарь сокрой, перевозим. Перешли сейчас вместе, дружим. Хил профилорит. Подняли. Стоим в одно время. Ловим темные сферы, например. Темную сущность взяли быстрее. Темную сущность взяли все. Королева Сакрабабл быстрее. Светлый сфер ловите. Ну, сейчас будет, конечно, темная, но мы все равно не успеем переводить, не знаю. Но этот добить заодно. Переводить надо в любом случае. Прохилы рейд быстрее. Шанг, бабл Сакрай максимально прохиливай. Переводим. Белая сфера ловите. Сейчас будет щит, на сбиваем щит, но ничего не меняем. Потом будет светло. На звезде сейчас щит сбиваем. Я сопью каст. Прохил. Готовьте, сейчас темные сферки будет слонить. Уже ловите темные, светлую сущность взяли, все по рамбу поехали. Пили щит. Новый бал. Все, добиваем. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Не руби. А кем заменить не будет? Бля, пинг пиздец, вообще, блядь, интернет забыл оплатить. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Только завтра терминал доберусь. С возвращением. Ну, бля, интернет не оплатил, сука. Души твоих павших чемпионов.
Ебать, аж на Вальке нахуй еле надамажил, ну кое-как. Ну, я сейчас Синрит возьму, мне там как раз запа нужен. Ну, потому что на Анубе давай, типа на Вальках. Минус шакл. Там есть сап. У нас есть еще, кроме этого, у нас как сап и фир. Так что похуй. На вторую фазу. Максом 20 рублей не пришло. Я же говорил, короче, там мне с Норвегии шло 3 дня. Ебать. А хуй знает, как с Казахстана будет. Да нет, это просто, видишь, Европа, она обрабатывает долго за... Ну, да. Но она по-любому придет. Поглядим. Я уже в какой-то дискорд какой-то вступил, блядь, хочу карту купить на рингтона, блядь, на рингдона. Добрый, хорошо, Эдик. Так, там Мауга собирает каждый раз, там, 40 тысяч примерно. Так, Войт, флажку не забудь, блядь, да, хавку не забудь. Все, блядь, все, что было. Там кто-то покричит, этот вар там или хуй знает, там друид какой-то. У нас ДПС не так много. Так, короче, по. Протопауэр вроде пришел, да? Феликс? А? Протопауэр сам, ну, приз пришел, да, вроде, или кто? Нет, протопауэр с рейда наоборот. Так, Войт, это который блокер, его не заденьте там щитками и прочую хуйню на поглощение. Специально общество апатии кидай. Его максимально прохил, особенно когда метка. Он будет копать или держать. Пришел в рейд Синрицу. Роги, кто умеет напуливать копателей? Нормально. Глиф там на продление триксов там и так далее. Спрошу сразу. Мне надо два человека. С правой и с левой стороны. Что, никто не умеет, нахуй? Ну, за глифом слетай, купи, он недорого стоит поменять. Синрицу, ты тогда будешь напуливать с правой стороны, а журб или жарб, короче, журб, будешь напуливать слева, копать ее. Он будет танчить печеньки, все это грипнешь сверху в печеньку, разобьешь ее там. Джурб кинь. Жужу. Джурб и жужу, я понял. Синрис, ну ты что, первый раз тут, блядь, бьешь босса, выходят копатели, нахуй. Напуливаешь на Войда, кидаешь это и напуливаешь правых копателей. Вот которые тут будут. Вот этот, который с креста будет выходить на второй фазе, его не трогаешь, его будем контролить. На второй фазе тебе нужно будет только напуливать вот этого одного. А до второй фазы напуливаешь их двоих. Понял? Все, красава. Спейси дашь СС по Синрицу, когда скажу. Батя дашь СС по Журбу, когда скажу. Перед второй фазой. Мулинраж делай заранее СС, тоже скажу по кому дать. Кто там желал нахуярить. Сразу объясню нюансы.
бьем босса, босс манекен, по сути. Бьем босса, отходим все в центр, ждем, пока он выберет метку. Потом начинаем, заливаем копателей. Лились копатели, залили там вся хуйня. Тот человек, на которого кинулась метка, он бежит в сторону воды. Разбивается там сверка, дается боб. Ждешь, пока окончание бопа, заходишь в лужу по окончанию. Ну и так далее, ничего сложного, все повторяется. Кто мне сверки позбивает? Холич, ты этим позанимаешься, наверное. Там 15 тысяч хп собьешь, я думаю. Слышишь, Холич? Попробую, окей. Что нам пробовать? Все просто. Фонарь, ничего не делаешь, просто стоишь, просто потом, когда говорю, будешь давать сейвы по кому-либо, все. Да. Можете триксоваться. Не, ну вначале дайте мне на пол, а потом можете триксоваться. Первый на пол можете дать, дальше триксоваться можете. Хотя бы один нужен, потому что там вначале будет сложно играть. Подставим. Так, Швепс, на второй фазе вот этот первый копатель, который с креста будет выходить, ты ему шакл даешь. Потом Яката, вторая пачка копателей, ты ему даешь сап, либо ферни, без разницы. Фонари, если что, тоже, если в рейде, твоя задача, фернешь копателя код. Еще раз повторяю, когда босс закапывается, бежим все в центр, ждем, пока выберет метку, и бежим назад. Потом выливаемся копателем. На кого выбралось нет. Вообще на полу. Огурцы Локи поставьте, возьмите все на вторую фазу. Сейчас назначу секунду. Королева дает первый боб на первой закопке. И фонарий второй. По человеку, по которому скажу. Дальше Шанг дает на третий боб. Яката дает четвертый боб. Это на второй уже закопке. Первый дает королеву, второй фонарий. Все. Уберешься с шестой пати, я его в третью перекинул, типа. Или перекинь? Нет, с шестой пати я специально, чтобы его не трогали, не мешали шилдами и прочих у нее, его специально для этого. Кирилл. А, окей. Я шаклю же дальнего моба, правильно? Который с креста. Нет, ты или шаклишь, который прямо с креста, который выходит. Все, вопросов нет. Ну я в рейнже гриппа, короче, буду шаклить. Ну смотри, босс будет стоять плюс-минус, ну, вот там вот около стены. Просто из-за оверхила на пул может не сработать на второй фазе, и из-за этого он побежит на хилов, поэтому ближний шаклится, а дальний напулит. Так погоди, а на первой фазе? На первой фазе не надо ничего шаклить. Вы на первой пофиг. Вы мобов убиваете? Да, сразу. Четырех мобов. Нет, мы через блок танк. Прикольная тактика. Вообще наплыва. Первую сверху же мне не надо сбивать, да? Да. Сами забьете. Первую... Ну, для которую... танка. Для танка нет, там суеты собьем. Все, не забудь таймера. Таймер запускаю, не забудь, расчёну угу. Полбаф и запускаю. Так, отчет даю. 3, 2, 1, пул. Копатели на пол. Ну, Синрису, в чем проблема? Почему два копателя идет? Ну ты, блядь, ну ты ж сказал, что ты все понял, на. Ну почему они идут сюда? Объясни мне, пожалуйста. Почему они пришли в рейд? Блять. Убивайте копателя вот этого, который под боссом быстрее. Этот фонарь у тебя не стоит? Не теряю. Танковская агро, блядь. Убрал. Фонарий, который второй копатель там бегает, подведи его к Войду, пожалуйста. Сейчас новые копатели будут. Синрицу, пожалуйста, сделай, блядь, доброе дело. Напуль нахуй ебаных копателей. Спасибо нахуй. Копатели пошли на пул.
Центр отбежали. Центр отбежали. Нахуй вы лужу там разбили еще одну. Сука, конченые нахуй, блядь. Суете побежал. По копателям влились. Лево твой первый боб. Скоробеев, блять, ведите в мелизону, где копатели. Хули вы там, блять, долбитесь? Вы что, тупые нахуй совсем или что? Я не могу понять, на. Что вы нахуй делаете, блять? Ой, блять, уйдите оттуда, нахуй, не разбейте печеньку. Данганмастер, дай боб по нему сейчас. Боб, дал. Фонарь. Дал, дал. Копатели добивайте быстрее, скоробеев играйте. Стаки, жвал, дохуя лутаете. Алло, ребята, нахуй, нажмите на кнопочки, нахуй. Нахуй вы жвалы лутаете, блядь. Сейчас босс вылезет. 2 секунды. Скоробеев добили, потом по боссу играем. Эллион, дай БР. Блядь, заберите, смогух. Паладины, пожалуйста, забирайте на себя скоробея. Фонари, что ты делаешь? Я делаю, все делаю. Копатели на пол. Я вижу, как ты делаешь, нахуй. По 7, 6, 8 жвал на ДД, нахуй. Это сразу вайп на второй фазе, блядь. Рибафните вары. Боссу больше ДПС. Мы не успеваем. Копатели на пол. Стан. Больше ДПС по боссу. Плохо все. Центр отбежали. Первый дает боб сейчас шанк, второй йокает. Свепс побежал. По копателям влились, дали фуловые. Скоробеев, мелизону, там же, где и копатели. Фонари собирай, туда подводи, пускай они уешься. Просто таунтинг. Ну, там диспу сначала нажал, ты мог боб потом ему дать. Ладно. Мастер выбегал, дал тебе лужу. Вон сверка еще одна так. Играем по скоробеям. Максимально убиваем скоробеев. Стаки не лутайте. Не зайди в лужу только. Пять секунд до выпуска. Сейчас вылезет. Перестану побегать. Скоробеев играем. Фонарь забирай на себя, блядь, почему кунка танчит, нахуй? Не босса, блядь, а скоробеев, нахуй. Господи, блядь. Копатели на пол. По боссу играем. Стали ближе к вафрейму боссу. Ну ёбаный. Успели, нормально. Стан. Тридцать девять, 5, 35, 5% должны успевать пройти. Может, не успеваем. Сапроты пейте, стамину себя сняли, переводим быстрее. 4 секунды быстрее. Все отлично. Под боссы стали, геру дали full DPS. Прохил. Эма на лед нажми. Копатели на пол. Блять, шакл прибыл. Ферни его фонари, который под вас. Одно фернул. Блять, еще одного ферни, ката, быстрее. Дай сокру бабл, королева, быстрее. Забери лед, нажми шанк. Эма на лед. Ферните этого копателя, который под боссом. Шакл стоит, окей. Шанк, бабл, сокра. Быстрее. Швепс, гимн на хп быстрее.
свои сейвы примите, на ком метки. Копатели, копатели новые, на пол быстрее. Верните вот этого. Шанг, королева, кто-нибудь верните. Все, окей, шанг, вижу. Этот, перестань на гимн на хп. Меня подхил, сейчас сдохну. Жми, жмите камни на кого метка. Йоката, забери лед, отдайте лед ему, нажми ма. Копатель, обновить фир. Ясно, минус всех хилы нахуй. Копатели сложили, блять. В чем проблема на полу нахуй? Ну это пиздец, ребят, что за цирк нахуй? Вы, блять, ну, пиздец нахуй. Выходят копатели нахуй, и три из них бежит в рейд нахуй. Из этого мы вайпаемся, блин. Жвалы набираете, хуй пойми. Нахуй вы там этих скоробеев бьете, когда копатели живы, нахуй. Скоробе умирают, нахуй, от ОУЕ, нахуй, там, где, блядь, бьются копатели. Че, у нас хантов нету, да? Нет. Может, кто-то из четырех рог лучше понимает, как напуливать? И там в начале у фонаря был этот, блядь, агро паладиновское включено, на него бежали, там заберешь нахуй стаунт. Ну потом убрал. Или символ ебаните там на плюс 4 секунды на пола руби. Чтоб, блять, мужики тебе ходили. Вроде всем сказали поставить глиф. Ребят, тут без разницы, блять, ханты не ханты, можно и рогом спокойно напуливать. Я не заставляю вас вносить какой-то баснословный ДПС на рогах. Ваша задача главное напуливать этот копатель вообще. Тем более роги напуливают лучше, чем ханты. В чем проблема, блять? Я не понимаю нахуй. Блять, я про СС забыл, нахуй. Слишком дохуя всяких хуйни. Вы СС не кидали же по рогам? Нет. Ну, я проебал. Сейчас... Окей. Я кидал СС, и в этот момент он умер, и СС кидал. Мулинраш, у тебя СС остался, дашь по журбу СС. Синрицу тут ближе бегает. Когда... Ну, перед второй фазой. А по Синрицу я буду давать СС? На, где ты укарает Эдимару? Посинри сюда ты, если у тебя он тебе не откатится, скорее всего. Да у меня он не в КД, я не повесил СС. А, ну окей, да, ты посинри сюда наш. Перед второй фазой. Загогулин. Я забыл совсем. Проебался. Хуйни всякой наделали просто. Отчет даю. Да, это сопрот? Сопрот, да, ну, ладно, типа, да. 3, 2, 1, пол. Копатели на пол. Можете не менять ДД фласки, оставайтесь саппортом. Что, да. Журб завидит? Мне все зависит, да. Ты дискорд не лагает. Ой, блядь. Господи, нахуй, в пизду. Недорог, напуливаешь с левой стороны, нахуй. Напуливаешь на войда копателя. Это пиздец, нахуй. Давай еще, блять. С такими нахуй приколами, блять, тут можно сидеть нахуй до утра, блядь. Копатели 2 секунды. Копатели на пол. Центр отбежанность. Королева сама по себе обнаш. Копатели свищены, заехали. Нахуя вы тут лову вот эту вот разбивали, эти лужи? Не нужно. Локи, семечком бить не надо, нахуй.
Семечко сбивает лужу, Малинраж. Сферки. Бьется огненным ливнем. Забыл предупредить нам. Скорбев, играйте. Сейчас он вылезет в 5 секунд. Я диспану, да, без бопа, правильно? Не надо, он сейчас вылезет. Ну, если что, может здесь, наверное, мне не кричить, он вылезет, одна секунда. Скорбев, добили быстрее. А Журба выкинул, ему же проходка нужна. Что будем делать, вайпаться или дальше? Попать или на пол? Я не знаю, типа, что с тобой делать, ну? Если он успел удар сделать, вот здесь засчитает. Его выкинуло. Ну, админом написать и все. Ну, это его проблема, скажешь. Копатели на пол. СС, по кто по журбу давал, будете давать по недорогу. Центр отбежали. Гамастер побежал, сам себе сферку собьешь. Покопатели лились. Блять, и у нас сфера. А, ну ладно, там еще одна есть. Пойду ее нахуй сразу от гриппа. Яка, это твой второй бот. Быстрее, Малинраж выбежал. Аккуратно, ну там сверка разбита, ну не, не зайти, пожалуйста. Ну, блядь, ну... Сука... Господи, ну, блядь, ну... ну нахуй. Жми, будешь жать глыбу, нахуй. Глыбу жать будешь, и потом будешь ждать боб по-другому. Жми, сейчас кого выберет. Окей, меня. Дай... Дай боб... А, нет, Акума, Акума выбежал, Акума выбежал. Боб по Акуме якать. Да чё за хуй? Он забагался. Ладно, я понял. Скорбей быстрее добивайте. Заберите жуков, блядь. Нахуй, блядь, жвал на лутали. Копатели на пол быстрее. Раздайте СС по рогам. Босса начнём. Стали все по прям босс. Под жопами. Свипс не проебись, шакл нужен будет, дайте с креста, который будет. Мы, кстати, не успеваем вроде бы перевести дочку на щекопатель, или успеваем? И 10 секунд, не успеваем. Ой, блять, стопните ДПС босса, ну бы, стопните, никто не бейте, стопните, стоп. Копатели на пол. Ждем. Все, под босса стали. По нубу поехали. Веру дали в пол ДПС. Пропил. Эма на лед жми. Шанг бабл с экран. Забери лед. Следующий. Никат, забери лед, отдайте ему лед быстрее. Жми ма на лед. Сейчас копатели будут. Шакл, свипс. Королева бабл сакра быстрее. Блять, синрицу. Верните копателя быстрее, пока хилов не поубивал. Фонари. Я уже. Швеб с гимна хп быстрее. Прохил.
Этот, Элион, дай БР по шанку быстрее, Иннер мы сразу залей. Гастелло, сам встань. Прохильте меня танка немножко. Блять, Акума, Протопала, хильте. Сейчас новые копатели выйдут. Камни жрите, гимн... копателя контрол, который идет. Сейвы свои жмите быстрее. Убивайте босса. Mortal. Блять, 500 хп, я умер, нахуй. Ёбаный рот, нахуй. Ой, я дотачил. Вот я ебал, нахуй. Блять, блять. За уголовут, блять. Трофеи эти можете нить, рецепты, там, от сферы и так далее. От шмота и этих токенов отказываются. Напала токен нужен кому-то, я бы этот... Интерес, пожалуйста. Апнул один блокер, типа у меня там два куска, а то 9 на блокер. Эдик, а что тебе вообще надо из лута? Ты думаешь, я все помню, Феликс? Ну вот смотри, из кожи кольцо вот это нахера есть. Нет, не надо. Я бы взял. Клинкой? Пояс там такой, пояс ну, такой. Вопрос. Давай, пояс. Полипаш. Дискон, блядь. Да, дисконнект. А. Ну, бля. Сейчас еще лута много минус, нахуй. Господи, да и... Можно. ДПС, ХПС, лут. В комнате сейчас. С мертвым боссом. Сейчас знаешь, как сделаем? Сейчас я записи остановлю, включу проигрыватель, включу трансляцию в Дискорд, вы сделайте сами скрины.